Всем привет! Сегодня мы говорим с вами об архитектурной документации. Давайте я для начала представлюсь. Зовут меня Семен, фамилия моя Факторович. Я работаю техническим писателем вот уже 12 лет. А до того, кстати, писателем, я несколько лет успел поработать разработчиком. А за последние 12 лет я поработал техписателем, гибридом документационных команд, а последние 6 лет я руковожу собственной компанией, называемся мы «Документат». А занимаемся мы документационным консалтингом. Что я под этим понимаю? Мы пишем документацию на заказ для российских IT-компаний, в том числе достаточно крупных. Мы помогаем компаниям настраивать процессы документирования, и мы достаточно много учим. У нас есть довольно большая линейка учебных курсов, адресованных техписателям, и не только техписателям. В рамках этих курсов мы учим инженеров разным аспектам создания документации. Сегодня я говорю об архитектурной документации, и перед тем, как мы углубимся в эту тему, я потрачу какое-то время на то, чтобы мы немножко синхронизировались в терминах и в понимании. Когда мы с разными инженерными командами обсуждаем тему архитектурной документации, мы выясняем, что под этот зонтичный термин разные команды вкладывают довольно разные свои внутренние термины. Вот есть термин SDD, Software Design Description, есть термины LLD, HLD, low-level design, high-level design. В целом мы сводимся к тому, что все вот это, вот все вот эти термины имеют смысл считать синонимами, считать, что вот если какой-то из этих терминов вы в команде используете, то, наверное, ровно об этом мы с вами и будем говорить сегодня. Что чаще всего объединяет архитектурную документацию и взгляд на нее в разных инженерных командах? Все инженерные команды сходятся на том, что эта документация адресована разработчикам. Она адресована не конечным пользователям, не аналитикам, не тестировщикам. Она пишется разработчиками, как будто бы для самих себя. Разработчики пишут документацию сами себе. А документация эта чаще всего не выходит за границы инженерной команды, ее пишут самим себе. Она внутренняя, она нацелена внутрь компании, а чаще всего внутрь команды, не выходит за ее предел. И с ней такая ироничная довольно ситуация чаще всего складывается, что эта документация как будто бы избыточна. Она вроде как ничего нового зачастую не рассказывает, она просто пересказывает ту информацию, которая изложена в коде. Мы к этому вернемся, это интересное соображение, я отдельно его выделил. Мы еще немножко вокруг него походим чуть позже. А что традиционно содержится в архитектурной документации? Чаще всего туда в ней излагают основные принципы устройства и дизайна кода. Как наша кодовая база устроена? Как она разбита по компонентам? Что бы мы компонентами не называли здесь, да, какие-то вот крупноблочные, может, не очень крупноблочные составные части нашей кодовой базы. Какие алгоритмы мы используем, какие data flows у нас есть между нашими компонентами, опять же, чтобы мы ими не называли. И, опять же, когда мы продолжаем разговор об архитектурной документации с разными инженерными командами, мы чаще всего приходим к тому, что архитектурная документация делится на две очень больших категории. Ее в таком жаргоне чаще всего называют as is и to be. As is так, как есть сейчас, то есть ситуация, в которой мы документируем систему, которая уже создана, уже существует, и мы документируем ее по факту, какая она есть. И to be, как будет. То есть мы, это ситуация, в которой мы проектируем и документируем архитектуру системы, которой еще нет, а код пишется только после наличия архитектурной документации. Чаще всего документации to be, вот, не то, что ни у кого нет, да, но она встречается нам гораздо реже. То есть большая часть инженерных команд в нашей практике, с которыми мы пересекаемся, делает акцент на документацию as is. Соответственно, если в вашей команде документации to be нет, ну, вы, в общем, принадлежите к большинству инженерных команд, по крайней мере, в нашей выборке. В ситуации, когда перед инженерной командой возникает задача создания архитектурной документации, задача это сложная. То есть инженерные команды в целом борются с этой задачей. Это не очень просто. У многих получается, но в общем, многие приходят к этому через некоторый такой достаточно тернистый путь. И в начале этого пути инженерная команда чаще всего задается какими вопросами? Как эту архитектурную доку писать вообще? С чего начать? Может быть, есть какие-то готовые шаблоны или стандарты? Окей, мы начали писать, с какой глубиной описывать, когда остановиться. Мы описываем компоненты, мы спускаемся вниз до кода, мы требуем какого-то полного покрытия относительно кода,
того, что мы описали. То есть до какой глубины описывать – это резонный, очень важный вопрос. А, классный вопрос, не все команды, кстати, даже до него доходят. А какой definition of done архитектурной доки? Когда мы считаем, что она полна, хороша и вообще можно остановиться, и она решает свои задачи? Это все очень хорошие задачи, очень хорошие вопросы, но мы, как техписатели, предлагаем инженерным командам в этот момент сделать шаг назад и задать еще один чуть более фундаментальный вопрос. А мы вообще архитектурную документацию пишем зачем? Вот она нам нужна, чтобы что? И рядом с этим вопросом лежит еще один очень интересный вопрос, который звучит вот так. А нам вообще любая документация зачем? Вот не только архитектурная. Зачем? Это классный вопрос, мы очень любим вокруг него дискутировать с инженерными командами, потому что очень много там выявляется смыслов и правильных взглядов вообще на документацию. И в целом мы почти всегда вокруг этого вопроса приходим к тому, что к довольно банальной, но важной к озвучиванию мысли, что мы пишем вообще документацию не чтобы она была. У нас нет цели написать какой-то документ. У нас есть цель принести пользу команде. У нас есть цель решить какую-то совершенно утилитарную задачу команды, и просто в какой-то ситуации мы решили решить эту проблему путем написания документации. То есть мы пишем документацию зачем-то. И, кстати, давайте поговорим, зачем, говорим мы любой инженерной командой, команде, с которой мы работаем. А это вопрос не очень сложный, и в целом почти все инженерные команды довольно быстро приходят к двум основным ответам на этот вопрос. Мы пишем архитектурную доку, чтобы ускорить онбординг новых разработчиков и чтобы повысить бас-фактор нашей команды. Давайте немножко углубимся в эти два тезиса. Онбординг в инженерных командах нужен зачем? Нужен за тем, чтобы основная его часть, да, я называю ее, эту часть архитектурным онбордингом, нам нужно убедиться, что новый инженер в команде знает, как система устроена и может быстро и эффективно приступить к ее развитию, добавлять в нее новые фичи, чинить баги. И в целом почти всегда архитектурный вот этот онбординг в инженерных командах, по крайней мере в части своей, состоит из того, что новому сотруднику что-то рассказывают устно, показывая на что-то рисуя на вейтборде, вот, в общем, как объясняя, рисуя какую-то картину словами и не только словами. А достаточно быстро, если инженерная команда проводит онбордингов много и делает это часто, у нее достаточно быстро появляется желание не рассказывать каждый раз все с нуля, а какой-то фронт информации, самый наиболее часто повторяемый, может быть, наиболее важный, оформить в твердом виде, например, документации. И, соответственно, в рамках онбординга давать человеку не лекцию многочасовую, может быть, многодневную, а хотя бы часть этой устной передачи информации превратить в чтение документации. То есть сложить вот эту вот регулярно повторяемую информацию в документ. Отличная идея, очень хорошая цель для архитектурной доки. А вторая история, конечно, про бас-фактор. Бас-фактор, я думаю, все примерно представляют, что это такое. Это такой численный индикатор, численный коэффициент, который говорит, сколько человек должно одновременно покинуть вашу команду, чтобы работа в ней остановилась. Например, если попадут под автобус или там в более таком спокойном примере садятся на автобус, уезжают работать в другую компанию. А в каждой команде есть какая-то информация, которая плохо обеществлена, плохо представлена документация в каких-то хранилищах знаний и живет в голове у разработчика или разработчиков. А если вся фундаментально важная информация живет в голове у одного разработчика и больше нигде, это плохо, да? Человек садится в автобус, уезжает работать в другую компанию, мы эту информацию теряем безвозвратно. Если эта информация распределена по разным головам, да, например, по всей команде, то отъезд одного, двух или даже половины разработчиков к серьезным проблемам не приведет. А если эта информация зафиксирована в твердом виде, например, документации, то это вообще прекрасный вариант. Мы от людей теперь вообще не зависим. Информация у нас имеет твердый вид и может храниться, передаваться. Мы можем извлекать из нее знания. Но когда мы с инженерными командами чуть глубже говорим на эти темы, мы довольно быстро приходим к такой формулировке, что принципиально важные знания, которые нужно спасти от бас-фактора, они таковы, что их в коде нет. Вот из кода можно многое достать, но не все о том, как система устроена. И вот в документацию хочется вообще-то складывать вот те самые знания, которых в коде нет. Вот, поэтому, а какие они, да? И вот мы их называем тайными знаниями, здесь это термин не в кавычках, но вообще это совершенно официальный термин у этих писателей. Тайные знания — это знания некоторые в команде, которые нигде четко не оформлены, тем не менее существуют, и они важны, и живут они чаще всего в головах.
И вот тайные знания об архитектуре системы, они обычно какие? А почему система дизайнена так, а не иначе? Не как она сделана, а почему она сделана так? А если она сделана так, какие были альтернативы у этого дизайн-решения, и почему мы их не приняли? А если система эволюционировала с течением времени, ее архитектура менялась, как все было раньше на предыдущих итерациях, и почему мы вообще решили что-то изменить? Этого всего нет в коде. Код в этом смысле — это такая некоторая статическая картинка, а то, о чем вот мы сейчас говорили, это такие эволюционные исторические знания. И они чаще всего хранятся в головах инженеров, и очень здорово, если эти знания овеществляются и попадают в документацию. В общем, уточним вопрос, зачем нам архитектурная дока, да вот зачем. Это инструмент ускорения онбординга архитектурного и инструмент фиксации тайных знаний, в первую очередь, ну и в целом это инструмент повышения бас-фактора, да, с увеличением количества людей, к уходу которых мы устойчивы. И вот сейчас мы сделаем некоторый акцент на онбординге. Вот через онбординг очень просто у нас получается визуализировать пользу документации. Вот, если документации нет, то процесс онбординга архитектурного, он состоит, ну, как минимум, из вот этих двух компонентов. То есть новый человек, прошедший в команду, получает какую-то часть информации о системе через общение, получив какую-то онбординговую лекцию, позадавав вопросы коллегам, а потом, ну или не потом, в процессе этого он изучает код. А документация эту пирамиду надстраивает, да, дополняет. То есть у нас теперь онбординг состоит из чтения документации, общения все еще и все еще чтения кода. А важно понимать, что документация дополняет эти все слои, но не заменяет их. То есть на моей памяти не было ситуации, когда даже очень хорошо написанная архитектурная дока заменила все остальные элементы отборинга, как-то устное общение там, или общение в чатах и изучение кода. Да? То есть вот так вот не будет. А добавленная документация сделает вашу пирамиду отборинга более стабильной и, скорее всего, сократит суммарное время отборинга, как вот здесь я постарался выразить, что высота второй пирамиды чуть меньше, чем высота первой. Хорошо, мы плюс-минус определились, зачем нам архитектурная документация и как мы ее используем. А можем ли мы измерить ее какими-то KPI-ами? Как-то сказать, насколько она приносит пользу. И опять же, обсуждая это с инженерными командами, мы довольно быстро приходим к лежащим плюс-минус на поверхности соображениям. Действительно, ведь можно считать каким-то KPI-ем, показателем успешности качества архитектурной доки, просто объективное ускорение времени онбординга. Вот без доки мы онбордили нового сотрудника до состояния, когда он может сам коммитить в кодовую базу что-то исправлять, 2 месяца, а с докой месяц. Окей. А еще всем хочется попытаться каким-то образом измерить, насколько хорошо мы поборолись с бас-фактором. Вот можно ли измерить, какую часть тех самых тайных знаний мы из голов инженеров смогли овеществить документацию? И вот, опять же, наша практика за последние несколько лет показывает, что успешных случаев внедрения этих KPI, ну, в общем-то, мы их не видели совсем. Почему? Потому что все, о чем мы говорим, все эти штуки достаточно необъективные и или очень сложно измеримые. И я тут предлагаю довольно парадоксальное решение вообще не говорить о том, можем ли мы для документации какие-то измеримые критерии качества сделать, а рассматривать документацию как инструмент относительных улучшений, архитектурную документацию, как инструмент относительных улучшений. И относиться к архитектурной доке в таком, может быть, немножко парадоксальном контексте. Вот если ваша архитектурная дока хоть немножко ускорила вам онбординг, она уже хорошая. Этого уже достаточно. И здесь мы опять же приходим к тому тезису, что ни с этой документацией, ни, в общем-то, с какой-либо другой нету цели написать доку по какому-то шаблону, соответствует какому-то шаблону или стандарту. У нас вообще нет задачи написать доку. У нас есть задача решить какую-то задачу, какую-то проектную проблему. И если проектной проблемой мы считаем ускорение онбординга, то вот та архитектурная дока, которая хоть чуть-чуть вам помогла, уже хороша. Ну, а дальше вы, естественно, можете продолжать эксперименты, смотреть, что еще можно дописать, чтобы какое-то количество знаний, передаваемых при онбординге, в нее положить. А это все здорово, скажете мне вы. А как все писать? С чего начать? Значит, мне как техписателю известно примерно 5 хороших стандартов методологии работы с архитектурными доками. Это методологии C4 и ARC42, 2 индустриальных стандарта ISO-шных, IEEE-шных 10.16, 42.0.10 и методология, которая называется ADR, Architecture Decision Record.
Это много. Значит, я думаю, что у вас после лекции будет доступ к слайдам, после моего доклада будет доступ к слайдам. А на слайдах все эти ссылочки кликабельные, это все можно почитать. Материала там немало. Если вам хочется, не хочется читать все, то читайте хотя бы вот эти две вещи, PC4 и ADR. Они, на мой взгляд, наиболее емкие, наиболее полезные и в целом покрывают практически все, что описано вот в оставшихся источниках. Давайте я быстренько объясню базовые принципы C4 и ADR, чтобы вы понимали, куда копать вообще. Значит, C4 — это методология, это не программный инструмент, это не какое-то опенсорсное решение, это методология, набор приемов, подходов к описанию программных систем, к тому, как мы представляем вообще в тексте некоторую ментальную модель, описываем программные системы. А C4 вводит 4 уровня абстракции описания программной системы. И очень красивая аналогия, она сравнивает эти уровни абстракции с уровнями масштаба в ситуации, когда мы работаем с картами типа Google Maps. Карты можно зумить. И в разных ситуациях мы зумим карты по-разному. Иногда нам хочется посмотреть на границы стран. Иногда на то, как страна разбита по регионам. Иногда нам хочется посмотреть, как регион или город разбит по районам. А иногда нам нужен Street View, конкретные улицы и дома на них. А так и здесь. Каждую систему мы хотим чаще всего рассматривать с высоты птичьего полета и, возможно, не всегда, иногда хотим зумить в какие-то ее регионы. И вот эти вот абстракции зума в C4 таковы. Это называются контексты, контейнеры, компоненты и коп. На уровне контекста мы описываем взаимодействие программной системы с внешним миром. Там речь идет про пользователей, про use cases, про user story, про ограничения, про нефункциональные требования. А на уровне контейнеров мы начинаем впервые говорить о каких-то программных вот, системных компонентах. То есть мы говорим про фронт, бэк, про мобильные приложения, про базы данных и другие хранилища, про API-провайдеры. А на уровне компонентов мы зумим вот то, что у нас было на предыдущем уровне, и смотрим, из чего состоят они. Например, микросервисы появляются именно на уровне компонентов. А на четвертом уровне, на уровне кода, мы начинаем смотреть, из каких конструктов кода все это состоит. Там у нас могут появиться диаграммы классов, списки методов, может быть, какая-то документация на API. А все это C4 приправляет очень прекрасным соображением о том, что два самых глубоких уровня абстракции либо не нужны, могут быть не нужны, либо в некоторых ситуациях могут генериться автоматически вашими инструментами разработки. Да, диаграмму классов, если вы пишете на чем-то, что использует класс, вам IDEшка, скорее всего, сгенерит сама. Зачем ее документировать вручную? И этот принцип очень такой развязывающий нам руки, да, и он очень правильный, потому что в большинстве случаев, чтобы понять, как устроена система, нам действительно нужно идти с очень высокого масштаба, и не факт, что нам нужно вообще углубляться сильно глубоко, потому что там где-то у нас будет код, который мы сами почитаем в системе контроля версий. Поэтому C4 совершенно легитимно позволяет нам ограничиться первыми двумя уровнями абстракции и документировать только их. И приносит очень, несколько очень хороших инструментов того, как это делать. Инструментов, в смысле, подходов, да, не приложений, да, не каких-то опенсорсных решений. ADR, Architecture Decision Record, это тоже набор методологий, такой текстовый формат описания архитектуры, который смотрит на архитектуру немножко с другой стороны. Он описывает не устройство системы там, в разных масштабах, а он описывает ее эволюционное развитие. ADR очень правильно рассматривать как такой некоторый бортовой журнал, дневник эволюции системы. В какой-то момент мы поняли, что систему нужно надстроить, изменить, сделать новую фичу, реализовать что-то. И вот что мы придумали, и вот как мы это сделали. ADR как методология регламентирует, чтобы вы все такие решения писали в свободной форме, обычным языком, клали в текстовые файлы и сохранили рядом с кодом. Единственное, что ADR более-менее жестко регламентирует, это структуру такого текстового файла. Он регламентирует разбитие на разделы контекст, decision, status, consequences и experience report, где, собственно, предлагается описать контекст, что мы вообще, какую проблему мы решали, что мы делали. Decision, что мы сделали, какое архитектурное решение мы приняли. Статус, каков его статус, мы его спроектировали, но не реализовали, уже реализовали, но в качестве MVP, реализовали, выкатили на прод. Consequences, что из этого получилось, не упало ли чего, все ли работает, и experience report, что мы об этом всем думаем, как мы все это прочувствовали, все ли хорошо, хочется ли что-то изменить, достигли ли мы наших каких-то первичных задач.
И, собственно, вот такой набор, такой документ пишется на каждую какую-то значимую новую фичу. Опять же, на ваш выбор, что документировать, вы сами выбираете. И складывается прямо рядом с кодом в виде текстовых файлов. И понятно, что основной сценарий использования EDR – это откат истории назад, да, то есть такой ретроспектива, взгляд на то, почему система сейчас устроена так или не иначе, то, о чем мы говорили в самом начале. Перечитать EDR за последние несколько лет развития системы даст вам очень хороший контекст того, почему система развилась так, как развилась, и почему в ней были приняты те или иные архитектурные решения, а вы, тщательно ведя EDR, просто каждую архитектурную развилку таким образом документировали и эту информацию не теряете. Прикольно, что центровая статья, которая описывает подход EDR, сама структурирована как EDR. Там тоже есть главы Context, Decision, Status, Experience Report и Consequences. Вот очень рекомендую почитать. А давайте поговорим еще о том, что архитектурная документация не является. Архитектурные документации не являются комментарии в коде и аннотации типа JavaDoc. Это важный момент, мы тоже часто об этом спорим с инженерными командами. Все, что у нас лежит в коде, включая комментарии, аннотации, это, конечно же, четвертый уровень абстракции в модели C4. То есть это что-то, что лежит непосредственно рядом с кодом. И проблема тут в том, что мы говорили о том, что C4 вообще делает третий, четвертый уровень детализации здесь не очень обязательным, а первые два обязательным. И мы говорили о том, что вообще взгляд на систему должен строиться с высоты птичьего полета. То есть нам хочется сначала узнать, как система выглядит с очень крупными блоками, крупными мазками, потом, может быть, мазками чуть поменьше. И, может быть, нам потом интересно, что в самом низу находится для первичного онбординга. И вот комментарии и аннотации — это всегда самый нижний уровень абстракции. В этом некоторая проблема. То есть комментарии, еще раз, они не нарисуют вам общую картину, и они вряд ли будут являться каким-то значимым основным инструментом онбординга. То есть вряд ли в рамках онбординга вы заставляете человека обязательно прочитать все комменты. Наверное, произойдет само. И плюс еще я тут предлагаю смотреть на комментарии в коде, в принципе, как вообще на часть кода, а не как какую-то отчуждаемую документацию. Это такая терминологическая коллизия, довольно неприятная для этих писателей, что комментарии в коде и аннотации в коде часто считают документацией. Не совсем. То есть писатели чаще всего все-таки смотрят на документацию как на некоторый отчуждаемый, лежащий отдельно артефакт. А аннотации и комментарии в коде сложно выделить, как бы экстрадировать из кода, да, и прочитать их целиком. Это все-таки часть кода. И мне кажется, что вообще культуру комментирования, культуру правильного написания комментариев нужно рассматривать как часть культуры кодирования в целом, а не как часть культуры документирования или передачи знаний. Вот, поэтому зафиксируем, что JavaDoc и вообще любые комментарии архитектурной документации не являются, и задачи, которые решает архитектурная дока, они не решают. Что еще не является архитектурной документацией? Документация на API. У нас до первого доклада в нашей секции был прекрасный доклад о документировании API. Только могу поблагодарить Катю, да, потому что ее доклад очень хорошо прочертил границу между документацией API и документацией архитектурной. Документация API, она адресована не только инженерной команде. Она адресована сильно шире. Во-первых, вовне вашей команды, во-вторых, аудитория сильно шире. Документацию на API читают пользователи, QA, другие инженерные команды. А архитектурная документация, как мы говорили, она все-таки пишется инженерами для самих себя. То есть команда пишет, как бы адресует эту документацию самой себе. А документация API все-таки описывает внешние интерфейсы системы, в некотором смысле ее границы, а не внутреннее устройство. И документация на API, безусловно, нужна. Она нужна в том числе при онбординге, но она нужна совсем для других вещей, нежели нужна архитектурная документация. И ускоряет она не ту часть онбординга, которую, скорее всего, мы хотим ускорить, думая об архитектурной документации. Вот. И здесь еще в целом важный тезис, его нужно тоже как-то собрать, проговорить, что архитектурная документация — это не что-то, перемешанное с кодом. Мы об этом говорили, вот когда говорили об аннотациях и комментариях. Архитектурная документация — это один или несколько лежащих документов. То есть это совершенно отдельный от кода артефакт. Ваши системы могут описывать несколько док по C4. Если вы пользуетесь EDR-ами, у вас, скорее всего, много EDR-ов. Да? То есть архитектурная документация — это один или несколько отдельно лежащих, не перемешанных с кодом артефактов. Ну и тут возникает последний резонный вопрос. Очень интересно, в чем писать, какой инструмент нам использовать для создания архитектурной документации.
Наш опыт общения с разными инженерными командами, в том числе успешно ведущими архитектурную доку, говорит, что это совершенно не важно. Мы видели команды, которые пишут архитектурную доку в конференции, в отдельных страничках, на отдельных страничках, в Google доках, кладут markdown файлы рядом с кодом, не рядом с кодом, в отдельную репу. Все совершенно не важно. Нет какого-то какой-то серебряной пули, инструмента серебряной пули, который лучше, чем все остальные. Использовать подходы C4 и EDR можно в любом текстовом редакторе, в абсолютно любом инструменте. Рисовать диаграммки можно в чем угодно, ни один из инструментов ни хуже, ни лучше. Нет какого-то канонического инструмента, который нужно использовать. Все подходит. Подытожим. Архитектурная документация – такой интересный вид документации, который пишется инженерной командой для самой себя. И документация, скорее всего, не выходит за пределы вашей инженерной команды. Нужна она вам для ускорения онбординга, для снижения бас-фактора, для повышения бас-фактора. И KPI документации на самом деле крутятся только вокруг, удалось ли нам сделать онбординг быстрее. То есть нет какой-то канонической целевой точки, что архитектурная дока должна быть такой и никакой больше. Если она вам помогает, уже хорошо. Если вы хотите построить процесс написания архитектурной документации с нуля, почитайте про C4, про ADR. Это очень хорошие подходы и методологии. Очень здорово, если ваша архитектурная дока рассказывает не только о том, как устроен код, но и почему он так устроен, почему архитектура такая, а не какая-то другая, потому что эта информация напрямую чаще всего нет в коде. Писать архитектурную доку можно в том, в чем вам удобно, какого-то канонического инструмента нет. Если вы пишете джавадоки, хорошо видите комментарии и документируете свои API, вы молодцы, но это не архитектурная документация, и то, что вы ведете, скорее всего, не решит те проблемы, которые могла бы решить архитектурная документация. И напоследок еще скажу, что наша компания, которая в том числе проводит достаточно много обучающих курсов, недавно открыла курс, адресованный разработчикам. И этот курс рассказывает все, что разработчикам нужно знать о документации, включая, но не ограничиваясь документацией архитектурной. Приходите на этот курс, его уже прошло несколько инженерных команд из крупных российских IT-компаний. Курс классный. Спасибо, у меня все, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо за доклад. Ждем вопросы. Ждем. Спасибо. Вот. Вопрос. Как отнять архитектурную документацию у аналитиков? Это классный вопрос. Он философский такой, да, риторический, сложно на него какой-то четкий ответ дать. В целом, конечно, это вопрос про то, а кто вообще архитектурную документацию пишет. Почему ее пишут аналитики, почему ее не пишут разработчики. Если ее аналитики уже себе забрали, и как бы это работает, ну, может быть, каких-то сильных рычагов ее отнять и не будет. То есть в целом все ситуации, которые мы наблюдали вот изнутри своей компании, это ситуация, когда документации нету совсем, и кто-то за нее должен взяться, и это делают разработчики. Или разработчики говорят, так, ее будем писать мы, потому что приносят доводы, и в целом в общем, дальше как, с этими доводами все соглашаются. В принципе, продолжает твой тезис про то, что неважно, где писать доку, наверное, неважно, и кто ее пишет, если она выполняет свои задачи. Тут просто интересный вопрос, что, ну, опять же, вот мы с тобой как писатели хорошо это знаем, что документацию лучше всего, когда документацию пишет тот, кто хорошо знает, какую задачу она решает. И ну, если, да. если аналитики пишут архитектурную доку и тем самым решают какую-то свою задачу, ну, мы их в целом, наверное, не переспорим, да, ну, так сложилось, да, если так работает, значит, так работает. То есть процессы таковы, что вот документация архитектура зарождается там и, может быть, оттуда уже там распространяется в кодовую базу. Вот. А если разработчики чувствуют, что им написание архитектурной доки решит их проблемы, ну, в общем, кто с ними поспорит, да? Опять же, тут еще, это большая очень тема на самом деле, что архитектурная документация – это понятие вообще гораздо более широкое, чем то, о чем говорил я. И как следствие этого мы на самом деле можем прийти к тому, что а почему бы нам не иметь два комплекта архитектурной документации? Аналитики пишут ее тогда, когда считают нужным, и пишут не то, что считают нужным, и пользуются так, как считают нужным. А разработчики там, дополняют ее, делают свою версию, описывая не то, что нужно им. То есть никто же не говорит, что она должна быть одна. Должна быть единственным источником истины. Источников истины этих может быть несколько, потому что, скорее всего, разные вот эти вот инстансы архитектурной доки будут решать сильно разные задачи. Спасибо.
Следующий вопрос. Быстрый вопрос для быстрого ответа. C4 или ARC42? И то, потому что они решают принципиально разные задачи. C4 описывает статическую устройство системы, как оно устроено, ARC42 описывает ее эволюционное развитие. То есть это разные вещи, лучше взять обе. Если уж что-то одно, то C4, потому что, скорее всего, вам статическая картина, если у вас нет ничего, то статическая картина на первых шагах важнее, чем эволюционное развитие. Поэтому и то, и другое, но начать с C4. Спасибо. Следующий вопрос. Кто должен писать архитектурную документацию в компании? Кто больше знает выделенный архитектор, аналитик, все члены команды? Давайте, у меня нет ответа, потому что ну, все семьи счастливы по-своему, да, чтобы классик не говорил. Я расскажу, какие классные прецеденты я видел в разных компаниях, где это хорошо работало. Значит, прецедент первый. Документацию as is, да, то есть после написания кода, описывает техписатель и команда техписателей. То есть разработчики, архитекторы, аналитики не тратят на это свое время, занимаются своими профильными задачами. А техписатели документируют архитектуру постфактум. Если у них это хорошо получается, круто, всех все устраивает. А история вторая. Архитектурные комитеты. Значит, мы в нескольких командах видели классный подход, когда есть архитектурный комитет, это не один человек, это не все люди сразу, это такая выделенная группа, какое-то подмножество команды разработки, которая собирается с какой-то периодичностью и обсуждает. Так, нам нужно задизайнить новую фичу, давайте мы вместе побрейнштормим, как ее задизайнить. Нам пришло время что-то переделать, что-то существующее, давайте мы все вместе побрейнштормим, как это переделать. И фокус в том, что этот архитектурный комитет не просто собирается, а артефактом его каждой встречи является EDR или несколько EDR-ов. То есть мы вообще притрагиваемся к коду в значимой мере только после того, как мы написали EDR на то, что мы будем делать. И авторами этого EDR является архитектурный комитет. То есть он вот как курица несет эти яйца каждые, например, 2 недели. И тогда получается, что вот автор архитектурной доки, архитектурный комитет. Но только потому, что это сообразно процессу. И какую-нибудь еще историю надо вспомнить. Это как бы дополняет как раз-таки первый ответ, что ну, кому надо, тот и пишет по факту, решая свои какие-то вопросы. Да, да, просто я хочу привести примеры, как бывает, потому что вопрос, кому хочется, он на самом деле сложный, да, то есть на него, опять же, нет какого-то такого однозначного ответа, и мне хочется вот привести примеры, просто чтобы проиллюстрировать то, как бывает. Ну и, наверное, еще пример приведу, он такой самый близкий моему сердцу. Это ситуация, когда архитектурной документацией занимается один инженер, у которого просто душа больше лежит в документации. Вот ему просто нравится, и он вот всем будет помогать, получая еще от этого удовольствие, все документируя, причем документируя и вперед в будущее, и назад в будущее, да, то есть и EDR он будет писать или помогать писать тем, кто делает фичи, и будет писать доки по CIFO, просто потому что ему это вкатывает. То есть если в вашей инженерной команде есть человек, которому нравится заниматься документацией, держите за него всеми руками и ногами, заставляйте его это делать к обоюдному удовольствию. Да уж, любимый вид инженеров для технических писателей, которые, наоборот, только помогают дополнять документацию. Ну и, конечно же, технические писатели тоже вполне в состоянии писать архитектурную документацию. Не зря я с них начал, да. Да, да. Поэтому задумайтесь о их приобретении в свою команду, если их там все еще нет. Хорошо, давайте следующий вопрос. Добрый день, Семен, спасибо за доклад, присоединяюсь. Как в репозитории выглядит архитектурная развилка? Как-то отличается от обычных коммитов? При развилке создавать второй ADR-файл рядом с первым или заменять, дополнять первый? Да, спасибо за вопрос. Значит, EDR-ы — это всегда append-only файловая система. То есть мы EDR-ы никогда не исправляем, мы дописываем. Мы либо аппендим в документ, либо пишем рядом новый EDR. То есть у нас был там один подход к фиче, мы ее как-то задизайнили, сделали, нам не понравилось, мы написали рядом еще один EDR, где написали, что, значит, игнорировать предыдущий EDR, мы сейчас придумали все заново. Там нет какого-то жесткого workflow, которому нужно следовать, да, то есть еще раз, суть EDR-ов, вот их историческая в том, что у вас, как в бортовом журнале экспедиции, там, в период больших географических открытий или в дневнике тинейджера в личном, есть какое-то перечисление исторических событий. Вот сегодня было так, мы подумали то и сделали то. Завтра случилось то, мы развернулись и пошли в ту сторону. А какой у вас workflow складывания этого репозитории, неважно, важно, чтобы это был вот append only, да, чтобы вы не исправляли, не удаляли старое, а добавляли, дописывали к тому, что уже было, даже пусть при этом говорят, что какие-то предыдущие шаги для решения были неправильными или теперь не актуальны.
Спасибо. Я тут задумалась, можно ли назвать релиз-ноуты таким себе проявлением EDR? Потому что ну, каждый раз в сторе копится, мы там какую-то фичу убрали, какую-то фичу добавили, сделали приложение еще удобнее. Наверное, можно сказать, что это какой-то... Прикольная аналогия, да, то есть они точно очень похожи вот этой вот append-only, да, что там не теряется, не перезаписывается. Да. Просто дописываем. Но принципиальная разница между ними в том, что релизноуты — это as is, то есть мы описали то, что уже случилось. А EDR мы всегда сначала пишем EDR, решаем, что мы будем делать, только потом идем что-то делать. Вот, но в остальном, да, они очень похожи, конечно. Угу, хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Сейчас ИИ может писать определенную часть доки. Наступит ли момент, когда большую часть работы писателя можно будет автоматизировать? Мой любимый вопрос. Кажется, писатель любит этот вопрос. Наверное, насчет больше не скажу, но понятно, что языковые модели, конечно же, все больше и больше смогут писать чего-то вразумительного. И в целом, мне кажется, можно представить ситуацию, в которой вы какому-то in-house своему ИИ скармливаете огромную кодовую базу, он на нее долго смотрит и потом пишет что-то вроде SIFO. Наверное, отдавать свою кодовую базу чужому искусственному интеллекту вы вряд ли захотите, да, который хостится там у другой компании, но если у вас есть такой свой, и он это умеет делать, ну, наверное, это хороший способ сэкономить время. То есть это, в общем, кажется, что это точка достижима. Вот. Но в этой части, да, наверное, искусственный интеллект сможет это делать. Но если он такое сможет делать, а зачем нам тогда программисты? То есть он, наверное, код сможет писать. Собственно, да. Ну и, в принципе, скармливать кодовую базу, давать ему подумать, стоит довольно много токенов ИИшных, ну, то есть довольно ресурсозатратная история. И, ну, все-таки кому-то нужно эти модельки обучать, поэтому я считаю, что технические писатели начнут в какой-то момент просто использовать это как инструмент, как разработчики в свое время перешли с блокнота на IDE-шки. Почему бы техническим писателям не сложить часть рутинной работы как раз-таки в ИИ, продолжая его там как-то обучать или там за ним дотюнивая немножко документацию. Спасибо. Следующий вопрос. А если наоборот, как скинуть архитектурную доку на разработчиков? В целом всем нужна CIFOR, две доки вести не вариант. Классный вопрос, спасибо. Наверное, да, вот мне этот кейс тоже стоило рассказать. В целом, вот счастливые инженерные команды счастливы тем, что они самостоятельно пишут, что в них разработчики с удовольствием и счастливо пишут архитектурные доки. А вот команда, в которых так не происходит, они на самом деле в одном шаге от того, что так происходило. То есть в нашей практике основная история в том, что чтобы начать писать архитектурную доку, нужно преодолеть то, что у писателей и у тех писателей, у обычных писателей называется проблемой белого листа, чистого листа. Это там на одном из слайдов я говорил, что есть проблема, непонятно с чего начать. Вот я разработчик, я как бы даже понимаю, что архитектурная дока нужна, я даже хочу ее написать, но я знать не знаю, с чего начать. Я сажусь, открываю пустой редактор, и через час на меня смотрит все еще пустое окошко редактора. И вот как этот барьер, на удивление, невелик. Почитать, как устроено CIFOR и IDR, посмотреть несколько хорошо написанных архитектурных док, взять консультацию у тех писателя, этого достаточно, чтобы этот барьер преодолеть. То есть научиться писать архитектурную доку — это несложный, не очень долгий процесс для разработчика. Поэтому вот как скинуть, мой ответ — научить. Ну, там... Приходите к нам на курс. И как бы поняв, что это не очень сложно и не очень времязатратно, скорее всего, вы и ваши разработчики с большим удовольствием будете это делать. Кстати, проблема белого листа сейчас вот как раз-таки очень хорошо решают генеративные модельки, когда ты им говоришь такой, слушай, мне нужно написать там документацию IP, я хочу написать документацию IP, не знаю, с чего начать. И он может помочь тебе вот этот вот блок преодолеть. Знаю из своей практики, постоянно так делаю. Вот. Приходите к писателям, мы знаем. Да. Спасибо. Следующий вопрос. Если есть специально выделенный архитектор, как эффективнее готовить архдоки? Ведь важно мнение разработчиков, аналитиков, и чтобы никто не уволился в итоге. Вот, повторюсь, да, я не знаю правильного ответа, но вот те ситуации, в которых вот эта вот синхронизация разнородных мнений работала хорошо, они реализовывались через архитектурный комитет. То есть архитектурные решения принимаются не кем-то монопольно, а потом там апрувится, ревьюется аналитиками, разработчиками и так далее. А они принимаются коллегиально. То есть есть комитет, который собирается с какой-то периодичностью, в него входят вот в нарисованной вами картине и архитекторы, и аналитики, и разработчики. И они договариваются на месте, да, то есть там полтора или два часа может занять для одной-двух фич.
договариваются, выходят с каким-то компромиссным решением, которое, во-первых, все уже в курсе его, потому что его проговорили и продумали вместе. Во-вторых, известно, как его немедленно документировать через IDR. Спасибо. Ну что, выберем... вот еще один подскочил. Имеет ли смысл начинать архитектурную документацию сразу на старте проекта, если проект с гибкой методологией и есть вероятность, что все еще много раз может поменяться? У меня, опять же, нет ответа, я не возьмусь говорить, как правильно. Но вот прецедентный такой подход, глядя на наших клиентов, я могу сказать, что стартапы, с которыми мы работаем, начинают задумываться о документации, в том числе об архитектурной, начиная с третьего года существования или с 25-30 человек, что наступит первым. Вот, то есть, в общем, нанимать техписателя себе третьим сотрудником стартапа, наверное, все-таки не нужно. Начинать писать документацию там, на первом же MVP продукта во второй месяц разработки, наверное, тоже не нужно. Но этот момент настанет. Вы захотите. В общем, когда вам ее будет не хватать, вы поймете, что ее не хватает. Вот поэтому вот наша практика примерно вот 3 года или 25-30 человек. Довольно конкретная цифра. Спасибо за них. Статистика большая, раз тоже набрана, да. Спасибо.